С меня хватит. Я устал постоянно есть кашу. Каждый день недели в меню одна и та же каша. А что ты хочешь? У нас нет денег на другую еду. Я не буду больше есть твою кашу. А я не буду больше тебе готовить. Прекрасно. Нам придется разделить детей. Со мной останется близняшка. А нет, иди к отцу. Нет, вот эта близняшка. Померим. Нет, твоя одежда мне не подойдет. О, папочка, я так рада. Я буду всегда с тобой. Нет, спасибо, иди к маме. Решим, как обычно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну все, до свидания. Все, мы больше не говорим о твоем отце. Он меня обидел. Это развод навсегда. Мы собрали вещи и переезжаем. Пока. А вот и наш новый дом. Папа знает один лайфхак. Сигнальная лента. Готово. И не вздумай заходить на нашу половину, бывшая жена. Вот сюда я повешу полку. Мой палец. Как Мартин делает это? Эй, Лора, не смотри на мою половину экрана. Смотри в свою половину, понятно? Я и не думала смотреть на твою половину. Больно надо. Вот, еще раз глянула. Я все видел. Это моя половина, а у тебя есть своя. What? Вот, теперь ты не сможешь подглядывать на мою половину экрана. Эй, куда же они пошли? Ну, что там происходит? Так нечестно. О, да, на моей половине все самое интересное. Вау! Жаль, ты этого не видишь. Ну, ладно, я сниму видео. О, спасибо за телефон. Нахал! Вот так, потерпи, Мэри. Я почти закончил. Упс, как Лора делает это? Мама загрустила? Есть идея. Отправить. Смотри, Клэр, твой папа зовет меня на свидание. Иди и переоденься, мама. Ну все, я пошла. Нет, нет, нет. Нужно что-то более современное. What? Как тебе такое? Йоу-йоу! Нет, 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 что-то более женственное. В стиле кошечки. Ладно, кошечка. Я дерзкая тигрица. О, нет, нужно переодеться. Подожди. Вот теперь переодевайся. Вот так отлично, мам. Ты выглядишь прекрасно. Иди. Удачи на свидании. Вот ваше меню. Скажите, а это курица в Цезаре? Из Древней Греции? Одну минуту, я уточню у повара. Папа, переоденься для свидания. Готово. Я уже красавчик. Отлично. Идем. О, какие вы забавные ребята. Что? Мое место уже занято. Все понятно. Спасибо, ребята. Я подожду своего мужа. Свидание. Вычеркнуть. Сыграем в прятки. Закрой глаза и считай до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Нашлись. Фу, нет, это не то. Прятки. Снова неудачно. Что это за звуки? О, Мартин, как красиво. Лора, ты моя большая любовь. Я хочу быть твоим мужем вновь. Какая прекрасная песня. Ладно, я тебя прощаю. Мартин, сыграешь мне еще раз? На гитаре, пожалуйста. Мне очень нравится. What? Ты уверена? Ну ладно. Фу, нет, это совсем не то.
Какой ужас! Прекрати! Мои уши! Лора! Куда же ты? А-ла-ла! Я тебя везде достану! Серенада умолкла навеки. Мама, у меня есть для тебя сюрприз. Билет в кино. О, спасибо, детка. Пойду собираться. Папа, это тебе. Билет в кино. Скорее, собирайся. А вот и мое место. Что? Лора? А ты здесь откуда? Подвинься, Мартин. Ты здесь не один. Сама подвинься. Куш! Все, я так не могу. Я вернулся. Опять ты! Не даешь мне посмотреть кино! Прекратите, вы мешаете! Кино! Не получилось. Папа, сюда нельзя, я ремонтирую диван. Найди себе другую кровать. Жены нет? Можно прилечь в нашей бывшей спальне. Мам, нет, сюда нельзя. Идет дезинфекция. Вход воспрещен. Ладно, посплю в нашей бывшей спальне. Мартин! Лора! Спальня? Нет. О, Лора, ты такая красотка. Спасибо, Мартин. Твой ужин готов. Спасибо, любимая. Это тебе. Ты так заботишься обо мне. О, спасибо. И я люблю тебя. И мы так счастливы вместе. О, какие они милые. А ты? Нет. Эй, Мэри! Мэри! Мамочка! Папа, просыпайся! Мэри пропала! А может? Нет. Мне пришло сообщение. Смотрите, ваша дочь похищена. О, нет! Бедная Мэри. Спокойно, у меня есть план. Вот ваш выкуп. Вот ваша дочь. Мы никому не будем платить. Стоп, вот еще одно сообщение. Это карта для поиска Мэри. Скорее в путь, найдем дочку. Это колледж? Мартин, а помнишь, мы тут познакомились? Лора, ты мне нравишься. Сходишь со мной на свидание? Да, точно. Посмотрим в этом шкафчике. Вот и следующая зацепка. Нам нужно в кафе. Скорее, я знаю это место. Мы здесь. Лора, а ты помнишь этот столик? Любимая, ты выйдешь за меня? Да, конечно! Мы так счастливы! Оу, это было так давно. Смотри, новая подсказка. Это больница. Идем. Где же наша Мэри? О, ты помнишь, что здесь было? Это наши девочки. Какие красавицы. Мы такие счастливые родители. Наконец-то получилось. Мэри, выходи. Наша семья снова вместе. И мы так счастливы. Истинная любовь победит. Именинный торт готов. Девочки, сюда. Но почему на торте свечка 30? Тебе 15 и тебе 15, а вместе 30. А вот ваши подарки. Спасибо, мама. С днем рождения. Спасибо. Прошел год. Где наши подарки? Вот, теперь у каждой новая игрушка. Кто будет тортик? Девочки, ваши значки. Кто из вас Мэри? А кто Клэр? Я запутался. А ты знаешь, где Мэри, а где Клэр? Напиши в комментарии. И ставь лайк. Я понял. А нет, не понял. Мама, можно нам пойти на вечеринку? В честь Хэллоуина. Ну ладно, идите. Срочно нужна помощь. Ой, кто это там? Монстр! Мы передумали идти на вечеринку. Очень жаль. Получилось.